Одесса становится менее приветливой для грузовиков. После запрета двигаться по Ивановскому мосту мэрия планирует значительно ограничить движение фур по улицам города, масса которых превышает 3,5 тонны. Движение для такого транспорта будет ограничено с 7 утра до 10 утра и с 17:00 до 20:00. Находиться в это время будет запрещено на нескольких улицах, в частности на проспекте Добровольского, Николаевской дороге, проспекте Небесной Сотни, водопроводные в центре города. Запрет будет касаться не только проезда, но и остановки транспорта. СМЭПу уже поручили подготовить соответствующие знаки. Контроль за водительской дисциплиной возложили на патрульную полицию.